Ну-ка, давай-ка. Тихо. Папа. Ох ты, папа, зайка. Жил прятки. Ну-ка, ну-ка, иди-ка, иди-ка, где баба Галя? Ну-ка, найди-ка. Саш, не пускай его. Ну а что? Все. Покажи, какая машинка, где у тебя машинка? Он дал мне машинку, да. Пойдем машинку дадим, ага. Ой, милая, он бабушке машинку даст. Дай. А, вот это он мне даст, молодец, какая хорошенькая. Ой. А, маме дал. Маме, а, спасибо. Конечно, своя рубашка спасибо. Ближе к телу. О, а, мне он эту даст, ага. Ай, молодец. Теперь молодец. Деду... Еще дашь одну. Нет, дедушке дать. А я сейчас он деду Толе дай. Ага. Неси, дедушка. Теперь деду Толе неси, ага. Дай деду Толе. Неси, вот дед Толе там сидит. Ага. Неси-ка ему. Ай, ой, умница, молодец. На обмен. Спасибо. Да, Сашенька, а тебе вот смотри новую за то, что ты такой умный. И такой нежадный мальчик. Ай, молодец, как машинку хорошую он дал. Ага, теперь клади туда ее, молодец. Ой. Ой, как хорошо. Ой, как она едет, любит с машинкой миграция. Ай, молодец. Ой. Гудит так. Ой, а я боюсь. Ой, как она гудит. Ой. Правильно, нажимай. Сейчас пойдем. Давай. Ай, умничка, молодец. Пешки кудри отрастил. Да, хорошо. Скоро стричь будем. Потом... Я соседи снизу, да? Ой, какой трактор. Это не трактор, это эскаватор, да? Да, это уж Альберт знает, и Леонард, а я уже и не разбираюсь. А, эту. Ой. Давай, сейчас включу. Сейчас ты покажешь, как ты танцуешь. Давай-ка. Сейчас. Эльберт наш любит танцевать. Садится. И так. Только долго запускается. Кто? Медведь этот. Медведь. Погладь Мишку. Погладь. А что, там музыка играет? Да. Сейчас, да. Там музыка, которую мы очень любим. Эту еще нужно взять. Ой. О, давай сейчас будем танцевать. Танцует. Давай. Ну-ка, танцуй. Ой, как хорошо. Танцуй, Саша. Смотри. Молодец он вытворяет. Молодец. Давайте всем похлопаем. Молодец. Ай, молодец. Это ж как же он так привык это. В Филипке научили. Заставили. С мамой танцует всегда. Ай, молодец. Ой, умница. О, мне дай. Ну, здорово. А я тебе давай качу. А пойдем, покажи дедушке, как ты с горки. Тихо едет, хорошая машина. Спустишь. Нет. А он и так отвлекает. Там внизу тоже где-то. Машин. Так, давай-ка. Молодец. А сам как сейчас поедешь? Ну-ка. Давай, залезай. Залезай. Аккуратно давай-ка. Опа. Поехал. Молодец. Показывает. Браво. Он уже и поэт. Показывает пальцем. Ой, как он хорошо лег, очень красивая. Смотри, какая вот. Дедушка подарил. Спасибо, да, скажи, Сашенька? Ой. Здоровья. Ой, молодец. Ну, давай-ка еще покажи, ой, какой, как ты залазишь. Ой, какой хороший. Лег на досточку, лег. Ой, молодец. А ты его пощекоти. А? Не надо. Не надо, Саша, не надо. Ай, за ручку поймаю за ручку. Прячет, смотри. Поймаю за ручку. Поймаю. Ой, рыбок, хорошо, молодец, улыбайся. И сколько зубов уже? Поймаю за ручку. Ага, много. А где собачка у тебя? Покажи, как ты собачку. Сейчас, подожди, сейчас собачку достанет. Поймаю за ручку. Видишь, любит играться, молодец, ага. Ну-ка, достань собачку. Надо, что танцует, ладно. Ага, да? Ага. Как ты ее достанешь? Аккуратно. Вот, как ты. Ну-ка, держись. Держись, сам держи. Не трогайте, он сам, мальчик пускай держится. Вот она.
А теперь она сюда. Она скользкая. Пускай держит. Ну, ну это да, конечно. Лицо она скользкая, чтоб съезжала. Угу. А теперь смотри, собачка сейчас съедет. Саша. Тихо. Он уже со мной играется. Ай, молодец. Там есть какие-то лежат. Саша, дай там. Давай за ручку поймала. Поймала, поймала. Машинка с тобой едет, да? Ага. Сейчас мы его тоже, наверное, в стульчик посадим. Так, вот такой праздничный стол. Ну, вот такой. Ай, молодец, он полезет на стульчик. Не, он сейчас другой сядет. Стульчик. Нет, не надо. А зачем его сюда сажать? Это он сам лежит. Не надо, он сейчас будет все срывать отсюда. Ой, дедушка тоже. Вы куда-то залезли прям в уголок? Ну, она же пишет, мы сами. Спиртно, а давай-ка мы машинку поставим сюда. Давай. Все, садитесь, сейчас он закончит. Давай, сейчас будем вместе. Вместе хочешь? Ну, давай. Да? Так, ну давайте вас сниму за столом всех. Подъезд, что снимать? Да, давай, конечно. Все собрались, даже вот Саша сел. А сок? Маленький. Сок. Еще надо сок? Так. Так, вот это... Это куренок. Да, раскладывай. Вот это что такое? Это под шубой. Под шубой, да? Да. Ой, там. Да. Вам поромянин или... Поромянин, да. Самое да. Красивое. Одно-две? Не одно. Так. Саша, а ты чего не затаился-то? Да, я с ним рядышком. Мне надо, может, побледнеть. Ну-ка. А вот ай, молодец, как хорошо. Саш, тебе? Любую. Так. Ага. Так. Есть. Все нарядные. Ты уже их сделал? Да. Да. А это видео, это же... Так, Галина Васильевна, кладите. Вот это лютеница болгарская вкусная. Ага. Да вы что, найдем? Острый, да? Найдем, да. Да не очень. Селедка. Так, ну давайте. Да, подожди, Тон, да. Так, вот. Ну вы мне разрешите первый? Конечно, постарше. Любимый Александр... Так, я бокал возьму. Анатольевич, ты уже на один годик уже вырос. Теперь все такое у тебя будет, Анатольевич, не Саша. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю здоровья, желаю успеха во всем. И главное, так же самое тоже, чтобы у вас была успешная семейная жизнь и радовались таким золотым мальчиком, прямо который у вас дополнение к семье. И хочу еще я здесь всех вот нас здесь присутствующих поблагодарить за отличное обхождение ко мне с любыми вопросами, помощь. Я очень довольна. И прошу не забывать меня. Я всегда с вами буду. Все, спасибо. Дайте поцелую. О, спасибо тебе. Сашенька, вот тебе ага, подарочек. Спасибо. И там письмо написано. Давайте, выпиваем. Угу. Да, да, отломи кусочек. А как же? Кто это? Дедушка? Угу. Папа. Дай, дай хлебушек, дай, угости. Ну, он сейчас он пока сам. Угости он хлебушек. Он не знает такого еще. Да. Вот, дает. А, молодец. А вы как сделаете? А. Сделайте, он так это... О, вкусно. А дедушке? А дедушке да, дать надо. Да. Молодец. А маме дай, пожалуйста. Дай, пожалуйста, маме. А маме машинку, самое дорогое, что есть. Машинка. Ай, молодец какой. Это экскаватор. А можно хлебушек положить в экскаватор? Ух ты. Вот это да. Так, в океанаре. А лягушка, как она говорит? Ква-ква-ква! Лягушка. Ква-ква-ква! А где здесь паучок маленький? А это тачка. А еще тачка где?
паучок. А где еще паучок один? Где паучок, Саша? А это мышка спряталась. А это тоже мышка. И это мышка. Все знаем. И это мышка, и это мышка, и это мышка. А еще мышка где? Где еще мышка? Ага. Вот мышка. Всех мышек нашел? А это кот. Кот какой, да? Хвостик у него здесь. А это где глазки у кота? Вот глазки. Это девочка спряталась. Туда пойдем. Ну пойдем туда, пойдем, да. В игровую хочет. Ага. А, хочет, чтобы вы спрячетесь там за углом. А, ну все ясно. Да ладно. Да. А где бабушка? Ну-ка найди бабушку. Пойдем найдем бабушку. Ищи, ищи. Ку-ку. Ну-ка давай, ищи. Нашел. А прячешься ты? Как ты прячешься? А где Саша? Молодец, ага. Прячься, прячься, сейчас тебя будем искать. А, я его буду искать. Ай, молодец. Ой, нет, ну нет, где нет. Же он есть? Ой, нет его, нет, нет. И наш любит Альберт прятки. Леонард потом, и я с вами. Да? Угу, очень. А, в машинке он хочет поиграть. В машинке? Да, конечно. Давай будем строить в машинке, да? Давай-ка мы сейчас эту. Так, сейчас мы вот так их поставим. Вот так, вот так. Сюда еще. Еще вот так поставим. Сейчас они у нас поедут, да? Поедут? Покажи, где пупок у тебя. Где пупок? Ну, если он... Пупок где? А, не хочет. Ой, сейчас, Саш, давай ему. Что он хочет? Дай ему. Кролика хочет. Кролик. Он в кроваточке спит, да? Да. Ну, конечно, он еще маленький. Ай, молодец, хорошенький. Что там тебе дать? Вот это хочет. Ну, давай, эти мы да, возьмем. Да, вот это да, 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 да. Это мы сейчас унесем. Кролик. Залезай, залезай сюда. Так. Где кролик? Вот он. Так. Ой, молодец. Ну, такая логическая игра. А смотри, как он должен спрятаться. Ага, смотри, как он спрятался, ну-ка. Молодец, он много уже знает. Смотри, как на картинке. Лариса, у Сашули спрятался. А смотри, вот так теперь давай, чтобы он надо, спрятался. Надо, сейчас птиц знает. Слушай. Да. Ну. Смотри, как сейчас кролик спрячется от Сашули. Ку-ку. Как на картинке, смотри. Опа. Ему вот это еще вот понадобилось. А это ну, что давай. Это у тебя? Сажай сюда этого кролечка. А давай сюда посадим. Сажай кролечка туда. Ай, молодец. Ой, как хорошо он лег. А домик где его? И домик его поставил туда. Ой, вот как сюда. Хорошо. А давай еще детали туда. Вот кролика сюда, а детали сюда клади. Так. Ой, молодец какой. Ой. Вот сюда, сюда, внутрь. Вот в сюда. Дырочку, ага, в эту. Давай, давай, давай. Качалка. Ага. Видишь, шкаф какой в этом, в Икее взяли. Молодец. Угу, молодец. Ёлки, и шторы красивые у тебя. А шторы они это специально, чтобы свет не... Ну да, ты что договорил. И цвет хорош, правильно? Да. Так, где кролик? Ну мы у дедушки Толи попросим кроватку, да, когда ему будет полтора года. А вот эту тумбу к вам оттараканим. Потому что кроватку надо будет сюда поставить. Вот эту? Да. Давай, потому что да, она я здесь... Поставлю. Ну, не нужна уже. Потом ее заберем. Ну, это не скоро. Для телевизора. Нет, там 40. Ай, пришел, да, дедушка. Дай же ему он померяет. Сколько ширина. Угу. Сколько ширина. Ой, какая хорошая. Сашенька, а покажи вот эту машинку, как он мне дал. Он... Ой, как хорошо. Давай. Едет. Ой.
Ну тоже весь гараж машин, миллиард. Так, тихо. Сюда? Иди сюда лучше. Хочешь сюда сесть, нет, да? Иди сюда. Где пояс? Главное, шустренький. Угу. Так. Где еще детали? Где у нас пояс? Ага. Так. Вагончик давай сделаем. Сюда, Катя. Сюда. Давай. Еще нам надо этих... А, у него тоже детки есть. А еще? Так. Прицепляем. Давай вот сюда цепляем. Оп! Ну-ка, поехали. Скажи, как нет, он мама, мне тяжело еще цеплять. Нет, он цепляет. Может уже? Да, наверное. Потихоньку. Угу. Давай. Может, поехали. Не ух ты, поехал поезд. Ой, как поехал. А покажи, хорошо. Как ты с горки как ты выпускаешь. Да, вот он любит, молодец, играться. Ну, пока только с мамой. А как же, и эти наши тоже самые. Давай, поехали. Любит? Нет. Опа, Альберт молодец. Этот вообще а любит. А вот это? Книжки без конца все несет. Книжки ему читать. А этот цветочек, смотри, вот сюда можно надеть. Где у тебя тут? Стой, как сел. Вот этот тракторист пришел. Посади меня в трактор, Сашуля. Посади в трактор. Где же у тебя трактор? Даша, где трактор твой? О, может быть, в гараже? Посмотри в гараже. Где в гараже трактор? Где? Вон он в гараже. На кухне. Вот он. Вон, бери трактор. Вот. Ага. Давай-ка его посадим. Ой, трактор поехал. Давай посадим еще кого сюда. Сашуля, посади меня в трактор. Ой, какой Миша. Посади. Это овечка. Овечка? Посади меня в трактор. Посади. Нет, нет, нет. Вот сюда надо, Сашенька. Куда он посадил? Ой, куда он посадил? Вот. А смотри, лошадку посадил. Какой молодец, ага. И какой, Сашулечка, посади меня в трактор. Да, и соображает быстро тут же. Молодец, очень. Давай вот сюда, да, ее? Или куда? Вот. Ну, остальное куда-то еще. Ой. А теперь давай поехал трактор. Включи. Нажимай, нажимай. Как он поедет? Нет, так. Нажимай, нажимай. А как он поедет теперь? Запускай трактор. На трубу нажми. Где труба у трактора? Где труба? Труба где? Вспомни, где труба у трактора? Это колеса, а где труба? Не хочет просто, вот знает. Труба. Забыл. Труба. Нажимай на трубу. Нажимай, нажимай. Нажимай сильней. О, поехал трактор. Ой-ой-ой. Нажми хорошо. Еще на трубу. Оп. Остановил, молодец. И остановил. О! Как зайчик прыгает. Ну-ка покажи, как зайчик топает. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Как хорошо он танцует. Ой. И Леонард, Альберт танцевать любит. Ой, ой, ой. Да ладит как. Очень. Посади меня в трактор. Куда мне сесть, Саша? Вот сюда. Сюда. Сажай. Нажимай. Поехали. Ларис, а я забыла, чего он научился в это, куда он ходит? Ну-ка, покажи еще раз. Танцевал, да. Показывал, танцевал. А, ну он когда хочет. Ой, ну да, ну конечно. Давай, танцуй, Саш. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, давай. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Ай, молодец, бабушка будет с ним танцевать. Ой, да. Тихо. Сашенька, не балуйся. Давай мы сюда положим. Ай, молодец такой. Ой, дедушка, иди к дедушке. Не, он, знаете, что хочет? На ручке. Нет, не на ручке, он на стульчик хочет. Раз, 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 раз. Какой?
Нет, дедушка занял его стульчик, он хочет залезть. Залезь, посмотри, что на улице. Покажи всем, что на улице. Залезай. О, машины! Да, вот он так любит стоять. А, видно, да. С утра. Кто там? Саша. Вон его самое любимое место, да? Да. Это акула. Акула-каракула. Да нет, ну он маленький, ты что? Тихо, тихо. Смотри под ножку. Молодцы. Вот так вот, да. И книжки, главное, тоже любит. Уже видишь, как все. Да. Вот это хочешь? Неси мне, бабушки, неси скорее. Нет, он хочет вам показать. Покажи мне, ага, где тут лошадка? Эти очки надо одевать, так не увидишь. Скалярия. А где еще скалярия? Вот. Пары находит. Я вам сейчас покажу, как очки. А, да, давайте. Угу. А где носорог? Носорог. Покажи дедушке, где носорог. Носорог бодает рогом. Бегемот. А где еще? Бегемот, вот, бегемот. Бегемот, ловко просит бегемот. Носорог. Еще носорог. Ну, здорово. А где луна-рыба? Не рви, Сашенька, не надо книжку. Что, запоминает такие названия? Где луна-рыба, Сашенька? Память не забит ничем. Луна-рыба. А где еще? Где еще луна-рыба? Луна-рыбу запоминает какой-нибудь скалопендра. А потом вместо скалопендра и луна-рыбы показывает Мерседес, Ауди. А это не важно, что показывать, лишь бы он классифицировал. А давай покажем, как ты пазлы собираешь. Будешь пазлы собирать? Не надо это рвать, давай пазлы. Как ты собираешь? Ну-ка. Или рамки. Хочешь рамки? Рамки. Будешь рамку собирать? Вот такую? Да, пазл не надо, он сейчас разбросается. Давай рамки. Давай, вытаскивай. Вытаскивай. Вот это любят. Это мы заказали вместе с этим, с комплексом вот этим. Рамки. Давай-ка. Сначала сюда все, да? Что у тебя, какая фигура в ручке? Да, вон, когда был, там примерно такая штуковина. О, это треугольник. Он спрусненький, так со всеми этими. Значит, то есть их можно так вот, вот так, вот так, там штук 8. Кладешь. Круг, молодец. Детская? Круг. Оно написано для детей, для взрослых. Круг. О, ну-ка. Красота. Вас надо, Саша, сфотографировать. Да, да, да. Точно, Саша. Я видео снимаю. Его видео снимаю. Все вместе. Круг. Так. Хорошо, идут тебе. Да, да. Так, туда нельзя, давай возвращайся. Да ничего он не сделает там, Саша. Только коробка может в этой посмотреть. А ничего не будет. Там пакетик. Бутылочка, неси мне, дай. Скорее, неси мне бутылочку. Может, он твоих очков боится? Ну не, ну люди-то что, не каждый день. Он не видел никогда. Нормально, да, у тебя как раз под цвет бровей. Если намазать густо, да? Нет, и хорошо, во-первых, сидят хорошо. Там примерно занимаются, лишь бы только им. Это отлично. Несколько мы померили. Никого там не было. Зеркало стоит. Да. Саша, он уже хочет гулять. Давайте. Так, пойдем чай пить тогда. Вместе все погуляем, да? Давайте. Да, Сашечка? Ай, молодец, умничка. Вы попейте, я могу с ним... Ну или там... Очки, да, он увидел. Ой, какие игрушечки хорошенькие, да? Нет, какая... ему лучше их не давать. Нет, да, ну конечно. Он сейчас их разломает. Игра. Да. Ой, ай, какие надо, хорошие не надо, игрушечки. Не надо, не надо, не кусай. Не-не, ты ему не давай, надо, он вырвет. А то он сейчас будет это... Плачь, понесем сейчас туда, ну конечно.